Разминка под руководством профессиональных спортсменов, затем нормы ГТО, игровые виды спорта. Сегодня на стадионе команды очень разных по возрасту и спортивной подготовке людей. Но их объединяет одно – в сложное для всех нас время они боролись за жизни и здоровье тех, кто не избежал заражения ковид. Проводится праздник для врачей из красной зоны, то есть кто трудился это время, да, такой тяжелой пандемии. Вот, и чтобы как-то скрасить, да, это тяжелое время, немножко их подбодрить, немножко их повеселить. То есть от этих тяжелых и грустных будней, которые они провели в этой зоне. Когда в стране была объявлена пандемия, отделение кардиологии, как и другие, приостановило плановую работу, а врачи отправились на усиление в красную зону. В тяжелейших условиях Анастасия Иванова, врач-кардиолог ОКБ, работала 3,5 месяца. Сегодня она с особым вдохновением произносит такое простое и такое важное, как оказалось, слово – дышать. Спорт – это, конечно, очень хорошее средство расслабиться. В красной зоне нам было тяжело как морально, так и физически. Костюмы, маска, респираторы – все это вызывало затруднение дыхания, или как мы называем, гипоксию. Спорт – это и вот данное конкретное мероприятие дает нам глубже дышать. Сегодня на стадионе чуть более 40 человек. Конечно, это не все герои войны с ковид. И сегодняшний праздник, проведенный в формате игры и соревнования, пусть символично, стал праздником торжества здоровья и победы медработников в этой войне. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».